Итак, поединок в легком весе по правилам кикбоксинга К1. У спортсмена в левосторонних стойках. Начинается поединок с разведки джебом. Плохо сейчас своим лоу-киком. Нагибидян на лоу-кик Ульянова. Слышим, что местная публика активно поддерживает Алексея Ульянова. Скандируют они Прокопьевск, Прокопьевск. Ульянов поджимает своего оппонента к сетке. Пока в невысоком темпе проходит поединок. Спортсмены проверяют оборону друг друга на наличие брешей. Сейчас неплохое попадание было от Гребедяна на ближней дистанции. Но Ульянов на правах более опытного, я думаю, можно сказать, что мастеровитого спортсмена, отжимает своего оппонента к сетке, контролирует он центр клетки. Раздергивает своего оппонента, здорово работает по этажам. Сейчас обоюдные приклады ударов ногами были. Хорошо обрезает углы Алексей Ульянов, не дает своему оппоненту вернуться в центр клетки. Много раздергивающих движений совершает, постоянно держит своего оппонента в напряжении. Но стоит отметить, что пока что ни один из спортсменов не нанес каких-то суперсерьезных ударов в этом раунде. Завершается первый раунд. И начинается второй раунд. Ульянов сразу же занимает центр клетки. Продолжается сценарий первого раунда. Интересный удар был в исполнении Ульянова. Но Гобедян здорово строил. Сейчас левый боковой Ульянов. Подавлю, подавлю, Леня. Ой, ой, хорошо.
Здорово боксирует Алексей Ульянов. Добавляет удары ногами. Хорошо справа по корпусу и перевел справа в голову следующую атаку Ульянов. Да, Нагабедян пока что не может подобрать момент для своей атаки. Работает на отходе в основном, вот, лоу-киками отрабатывает. Ульянов чувствует свое доминирование в данном поединке и уже намного более многоударные комбинации начинает наносить. Здорово слева по печени от Ульянова. Да, мощный удар раз за разом наносит Ульянов, но Нагабедян пока защищается от них достаточно успешно. Но тем не менее, активность, конечно же, на стороне Ульянова в этом раунде. Нагабедян практически не атакует первым номером. Очень много перемещений в его исполнении. Прихватил Ульянов сейчас ногу своего оппонента. Нагабедяну, конечно, нужно менять поединок. Начинает он, конечно, намного более активно третий раунд. Ульянов разводит руками, показывает, что не впечатлен он атакой своего оппонента. Ну, продолжает Нагабедян работать вторым номером. Сейчас хороший левый мидл-кик в его исполнении. Ульянов две хорошие двойки пробил своего оппонента. Слышим подсказки из угла Нагабедяна о том, что необходимо ему добавить серийной работы. Но вот серийные атаки, видимо, в исполнении Ульянова. Здорово, слева по корпусу. И правый в голову переводит и прямо гонит своего оппонента. Много ударов начинает принимать себя Аванес Нагабедян. Алексей Ульянов продолжает свои пушечные атаки с обеих рук.
команда Ульянова. Требует, чтобы не отходил он от своего оппонента, продолжал давление. Здорово, с корпуса на голову приводит Ульянов. Чуть более 40 секунд остается до конца поединка. И удар коленом, судя по всему, в пах был. Исполнение Алексея Ульянова. Дает рефери поединка время на восстановление Нагибедяну. Готов к продолжению. Сразу же агрессивно продолжает поединок Ульянов. С левой руки хорошо попал. Концовка третьего раунда. Уверенно провел этот поединок Алексей Ульянов. Продемонстрировал свой огромный опыт. Не дал более молодому оппоненту ни единого шанса в этом поединке. Добро пожаловать на трон. Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев. Президент Лиги ОПНФС Александр Гурьянов. Директор регионального центра спорта. Трехраундного боя. Единогласным решением судьи победу одержал Алексей Ульянов! Я аплодисмент его соперника Ванесу Дагобедяну. Да, без каких-то сюрпризов обошлось в судейском решении. Алексей Ульянов, уверенная победа единогласным решением судей.